Моя жена не хочет разговаривать со мной даже после 2 недель на Багамах. Она оказала мне холодный прием после того, как я вернулся домой. Подписываемся и слушаем дальше. Сколько времени вы тратите на сон каждый день? 2-3 часа. Но этого мало? Нормально. Ночью-то я сплю 10 часов. Рыбчика. 2060 год. Прилетаешь домой из экскурсии на Марс, снимаешь экзоскелет, даешь команде ванной наполниться и телепортироваться в спальню. Сам в это время копируешь в облако хранения воспоминания об экскурсии. Потом идешь в ванну, залезаешь и смотришь, а вода-то ледяная. Горячую воду так и не дали. Доктор, не знаю, как выразить вам мою благодарность. С тех пор, как человечество придумало деньги, это перестало быть проблемой. Экзамен. Выходит студент, его спрашивают. Ну как, сдал? Он говорит, сдал. Легко? Все окей. Общались как 2 умных человека. Он вопрос, я ответ. Он вопрос, я ответ. Выходит следующий. Его спрашивают, ну как, сдал? Сдал. Хорошо. Он вопрос, я деньги на стол. Он вопрос, я деньги на стол. Общались как 2 бизнесмена. Выходит третий. Ну как? Тот говорит, 2. Общались 2 как 2 священника. Он вопрос. Я крещусь. Я отвечаю. Он крестится. Представляешь, вчера в театре кто-то ушел в моем пальто. Кому же понадобилось твое старое рваное пальто? Не знаю, я ушел первым. Одесса, привоз. Покупатель говорит, дайте мне, пожалуйста, попробовать вон ту колбаску. Ой, это очень солоноватая. Дайте вот эту. Ой, это слишком перченая. Давайте вот эту попробуем. Ой, это какая-то пресная. Посмотрит в сторону и говорит, ой, это разве это со мной такая очередь образовалась? Вы, пожалуйста, меня извините, что я вас задерживаю. Голос из очереди. Ничего, ничего, вы завтракайте, завтракайте, мы вас подождем. Рыбчика. Чем новогодняя ночь отличается от остальных? Я буду пухать в шапочке Деда Мороза. Счастливый муж приходит домой с новой детской кроваткой, которую он только что купил, и обнаруживает в ванне какого-то дятла, который бреется его бритвой. Разъяренный муж заходит к жене и говорит, «Ты бы мне конкретнее сказала, подробнее, когда говорила, что нас скоро будет 3». Мартона, а у тебя есть внутренний голос? Ну, есть. И что он чаще всего тебе говорит? Мадонна, помолчи! Автор смурфиков в свое время работал на советской стройке. Это потому, что СМУ – строительное и монтажное управление. А еще все работают в касках. А еще все синие. Дед Петруха, а какой термин врачи употребляют для синдрома? Седина в бороду, без в ребро. Прединфарктный кобелизм. А что Титов? Наваливай, что Титов? На теоретических занятиях майор дает курсантам задачу. Самолет за сутки налетел 100 часов. Потом немного Батумов говорит. Нет, 100 многовато, 50. Рыбчика. А правда, что кошки и дрессировка несовместимы? Нет, мой кот выдрессировал меня за 3 дня. А ежи? Цирк. Конференсье объявляет. А теперь номер специальный для русских. Наш жонглёр покажет жонглирование 5-литровыми бутылками водки. Милый, обожди немного, я накрашусь. Так тебе не нужно краситься. Ой, какой ты милый. Тебе нужна пластика?
Подписываемся, кликаем на колокольчик.